Кто-то подумает, что вдвоем легче очаровывать публику. Но на кастинге Рахат Калыгулов доказал, что можно справиться и в одиночку. Отплывали наши корабли. Были так не сдержанно близки. Но теперь стоим на разных берегах. Рахат один из немногих, кто сейчас пришел в большое шоу и абсолютно уверен в том, что он делает. И вот тут, наверное, вспоминаются какие-то, возможно, даже, не знаю, гении, громкое слово или нет, которые своей верой заражают других. И вот в этом смысле я в Рахата верю. Я посмотрел свое выступление в Айту и хочу сказать, мне понравилось, да, энергичный. Родители сказали, что молодец, так держать. Иди дальше, дальше, дальше. И никогда не сдавайся. Есть какая-то боязнь, такое волнение есть. Все равно она будет. Когда ты снимаешься в каких-то конкурсах каких-то международных, то ты становишься вниманием для всех. И, не знаю, этот шоу как бы такое впечатление будет, да, типа, о, я тебя же знаю, ты же участвовал в этой центральной Азии Готэл, я же тебя знаю, о, это круто, класс, это для меня вдохновляет. Много комментариев было позитивных, хорошие комментарии были. А для меня сцена, вот все, вот вышел сразу другой человек, все. Макс Барских, это мой самый лучший, как бы, кумир, я его с детства даже смотрю, его выступление, его харизму, его исполнение, все песни мне нравятся, и уж не. И прошлые кастинги я выбирал песню «Берега», вы же слышали композицию. Привет из Украины, это Макс Барский. Рахат, я посмотрел твое выступление, ты меня очень сильно порадовал. Я восхищаюсь твоей жизнерадостностью и тем, как ты ведешь себя на сцене. Продолжай радовать людей, и неважно, чем ты будешь заниматься, музыкой или чем угодно, оставляй себе вот этот такой это свет, позитив и уверенность. Я желаю тебе успехов. Привет. Можно еще раз? Блин. Это Макс Барс. Это правда? Я вообще не ожидал. Это правда он, да, получается? Спасибо, Макс, спасибо. Этот парень не изменяет своему кумиру Максу Барских и на нашей сцене исполняет только его хиты. Уверена, что после выступления Рахата у вас однозначно поднимется настроение. Встречайте, Рахат Калыгулов, Кыргызстан. Ломится дверь, меня закружит танцы, темное пространство. Я обойдусь без потерь, мне хочется влюбляться, нарушать дистанции. Я пролетаю мимо пьяных машин, и мне достаточно один на один. Не работают мои намера, и новая жизнь забирает меня. Да! Ни о чем не жалею, лучше точно не бываем. Все, что не ранит, делает сильней. Завтра никто не отменяет. Этой ночи свою душу лей-лей, не жалей. Плаваю в лицах. Shine.
Потерял ориентир, растворялись танцы, начали сбиваться. Ты дополняешь мой мир, и мы готовы сдаться в силе гравитации. Я пролетаю мимо пьяных машин, и мне достаточно один на один. Не работают мои намера, и новая жизнь забирает меня. Ни о чем не жалеть, души точно не бывает. Все, что не ранит, делает сильней. Завтра никто не отменяет этой ночи свою душу. Лей-лей, не жалеть, пропалю. Ребята, случайные встречи, один за ним, напитки покрепче. Ночь проводи, лечим мои раны один на один. Ненормально. Лучше и точно не бывает. Все, что не ранит, делает сильней. Завтра никто не меняет этой ночи свою душу. Зажигательный, харизматичный Рахат Калыгулов. Ну что, доволен выступлением? Да. Сильно доволен, прям вообще. Зрители в зале, очевидно, за Рахата. А вот что скажет жюри? Я счастлив, что наш формат Got Talent в мировом смысле растет и развивается. И Рахат, конечно, просто его просто разрывало на сцене от энергии. Да, да. И я, если честно, думал, а как он будет готовиться к специальному номеру? Но смотрите, друзья, какие четкие отработанные движения вместе с балетом. Прекрасно поставленный номер. Это очень большая работа. Спасибо вам огромное. Рахат, я соглашусь с Сериком. Творческий человек не должен просто петь, уметь на сцене или просто танцевать. Он должен дарить позитивную энергетику. Зритель должен наслаждаться от твоего выступления. Большое спасибо за красивое шоу, за этот прекрасный кайф, который вы нам подарили. Знаете, сколько есть вроде бы голосистых, да, там, исполнителей, да, в нашем так пространстве. Но нету вот этого огня, от этого настоящего. Шоу тоже можно сделать, да? Но как ты подаешь, как ты поешь, мне больше понравилось, что ты такой естественный. Ты никому не подражаешь. Да, может быть, ты любишь творчество, да, там, того или иного исполнителя, но при всем этом есть ты какой-то вот. Это не отнять, это очень важно.